Благодарю. Без вас бы приступил. Неизвестно, когда Бога найду. Спасибо вам за все. Прийти в себя после пережитого непросто, но Евгений Котенков нашел силы. Он поблагодарил сотрудников компании «Техноколор». Именно их информация, а точнее записи с камер видеонаблюдения, помогли выйти на след предполагаемого убийцы. Тогда за ценную информацию была обещана награда 1 миллион рублей. Главой Нижнекамского муниципального совета Айдаром Раисовичем Меченовым было принято решение о выделении 1 миллиона рублей за информацию по поимке преступника. Данное решение было рассмотрено сессией городского совета народных депутатов, и депутатский корпус поддержал данное решение. Но уже на церемонии вручения этих средств в компании произошло то, чего хотели все неравнодушные нижнекамцы. Коллективным решением принято общее решение, что данная сумма передается семье потерпевшей. Очень достойно. Какой красивый поступок. В социальных сетях десятки таких сообщений в адрес компании. Нижнекамцы оценили их искреннее желание помочь семье Гушат Котенковой. Напомним, ее убили 9 января. В этот день она с мужем и грудным ребенком отдыхала на базе «Алмаш». На прогулке на женщину напал неизвестный. Подозреваемого задержали уже через сутки. Им оказался дважды судимый Даниил Котенев. Он задержан и признался в содеянном. Сергей Хайдаров, Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамск.